В условиях распространения коронавируса многим гражданам приходится оставаться дома. Спасением для них в этот нелегкий период стали волонтеры-медики, которые оказывают помощь в покупке продуктов и лекарственных препаратов. Все трудности временные, и период их длительности будет зависеть от нас самих, насколько мы будем дисциплинированными и заботливыми друг к другу. В текущих условиях дети должны быть особенно внимательными и заботливыми к своим родителям. А соседи должны интересоваться настроением друг друга, состоянием здоровья и по возможности оказывать посильную помощь. Накануне активисты помогли с покупками пенсионерки из поселка Комсомольский Чамзинского района. Ребята купили все, в чем нуждалась пожилая женщина. Выходить из дома ей не пришлось. Вместе с пакетом продуктов пенсионерке передали чек, и она смогла расплатиться с волонтерами. Обратиться за помощью просто. Для того, чтобы получить помощь пожилому человеку, необходимо позвонить по горячему номеру Общероссийского народного фронта, который есть на их сайте. И после обработки заявки, заявка поступает к нам сюда, в штаб, и волонтер выездной группы направляется для оказания помощи конкретному пожилому человеку и осуществляет приобретение продуктов и лекарств. На данный момент в Мордовии готовы прийти на помощь более 40 волонтеров. Все они прошли инструктаж, медосмотр, а также получили необходимые средства защиты – маски, перчатки, антисептики. Стать волонтером может любой желающий от 18 до 50 лет. Юлия Емельянова, Ирина Пятина, Сергей Соколов. Народные новости.